В конце месяца хозяйства республики уже начнут сев. О том, как идет подготовка к весенне-полевым работам, говорили сегодня в Цивильском районе. Руководители муниципалитетов, сельхозпредприятий, специалисты-аграрники смогли лично оценить возможности новейшей техники и технологии. Семинар прошел на одном из ведущих агропредприятий республики, филиале фирмы «Авангард» Цивильский Бекон. А затем в поселке Опытное обсудили основные направления работы на 2017 год. Выстроились как на парад. Посевная техника уже готова. Новые тракторы, комбинированные сеялки и культиваторы должны помочь аграриям значительно сократить время при проведении посевной. СХПК Бурлин на сегодняшний день, значит, работает над тем, чтобы приготовить техники к посевным работам. Также почти готовы у нас семена, элитные семена закуплены, удобрения закуплены, ГСМ тоже закуплен на 2017 год. И также, значит, мы работаем... животноводство у нас есть, молочное производство, и поэтому у нас как бы пока денежных, финансовых проблем больших нету. Технику к весенне-полевым работам начинают готовить уже осенью, а в марте она должна пройти техосмотр. Сейчас в арсенале более 23 тысяч единиц, из них 23% принадлежат сельхозпредприятиям, почти 50% частным хозяйствам и последние на особом контроле у Гостехнадзора. Кроме осмотра техники, говорили о предоставлении льготных кредитов, а также подготовке семян и удобрений. Все программы, которые действовали в прошлом году, в 2016 году, они действуют и в этом году. В бюджете всего предусмотрено около 2 миллиардов 300 миллионов рублей, включая лимиты на льготное кредитование. И в ближайшее время наша одна из основных задач – эти деньги быстрее довести до сельхозтоваропроизводителей, до весенне-полевых работ. Но здесь нам нужно полное понимание, чтобы все руководители понимали, что не должно быть никакой задолженности. Сейчас в сельхозпредприятиях заготовлено почти 80% семян. Топливо закуплено почти половина необходимого объема. И если погода позволит, то техника выйдет в поля через 3 недели. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.